Всем привет, мои дорогие! То все будни, 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 а вот это вот красота! Батуми Санаса, иди в Нашке Батуми. Из Батуми с Нашкемом. Просто повод погулять. А вот и мой сыночек. Счастлива. Смотрите, что мы увидели, это что? Это черепаха! Это черепаха ползет у нас! Ой, как интересно жить у нас в Турции, чего только не увидишь! Или это без стирки? Вчера хотел приготовить стирок, у него не получилось, что он не поднял. Он не поднялся, он, наверное, открыл дверь. Вот, посмотрите. Дима, Катя и... Асанда. Катя, где хочу пирожку? Камусу. А мы пошли вот так. Ложечку маленькую. А я не знаю. Вот, можно садик осторожно? Больно, Катюня? Всем привет, мои дорогие! Вот так начинается наше утро в кругу подружек. Мы собрались у нашей Валюши. Такой нам сделала праздник сегодня. Сейчас мы позавтракаем и пойдем сюда. Пашка. Эфенди. Все равно небо это небо, а видно людей где-то. Говорит, хорошо, что я на тебе женился и никого не понимаю вокруг. Что говорят они? Меньше не интерджима ножкам. Меракетме. Сейчас принесу побуду. Санди! Хорошо, дальше. Светик! Катюня, пистолеты водяные. Это контент подъехал. Это к тебе под... Так, сейчас сниму. Опа! Bana adam dedi, bir dahaki de bu sefer abi senin oraya gidiyorsun. Bolluk da tak. Ti, krab mı? Krab. Mari! Давай, давай, давай. Ой, друзья мои, как мы прекрасно провели время. Купались, поели, пьем чай. Ашкем накупался. Красота. Так люди живут, боже, какое счастье жить в этой Турции. Мы сейчас все это осознаем с подружками. Окна открыты, комаров нету, комаров нет, мух нету. Счастье. Куда посмотреть? Мои кнопочки, сердечечки мои. Море, видите, какое сегодня грязное? 10 утра мы пришли. Посмотрите, какое грязное море. Да, без рук и без ног, Ирмочка. Молодцы. Воду не глотать, ротики закрыли все. Одна капля и будут у вас проблемы. Да, покупайтесь и пойдем скоро. Да? Спать хочется? Нет. Все, наныряй. Нырять нельзя. Грязная вода для глазок. Вот так вот бабуля. Столько сегодня много людей, которые пришли, видно, на пикник на сутки. Вон закапывается. В этом парке там все с подушками приехали. Представляю, что там будет дальше в парке. Ну, смотрите, сегодня они сделали платным душ. Ой,
как жарко, друзья мои. Сели мы с детками здесь в тени. Давайте поговорим с вами. Все в песке идут, говорят, идут злые, недовольны. Ой, как хорошо здесь, да? А Ирма все время ложится. Ирма, тут знаешь, что бомжи спят. Бомжи здесь спят, Ирмочка. Да, тех, у кого нет дома, все здесь ложатся и спят. Я один раз мужчину увидела. Да? Мари, тебя видят мои подписчики, и всегда ты сейчас такая радостная, в настроении. А почему у тебя сейчас нет настроения? Спать хочется. Да? Видите, как море утомляет. Ну все, детки, пошли тогда домой спать. Пошли спать, будем спать. Я первая купаюсь. Угу. Все хотят купаться, и вот такая вот у нас ситуация. Возвращаться всегда плохо. Не, я, знаете, решила, что мы завтра с ними будем идти рано. В 7 часов я их всех разбужу, и мы пойдем рано. Потому что потом возвращаться очень сложно, и море грязное. О, 7 часов ты нас разбужишь. Наоборот, надо 6 часов раз проснуться, потому что бабуля сказала, что 8 часов этот мужик идет, который купаться там надо. И 6 часов мы это встанем, пойдем, и в 7 часов придем и искупаемся. Окей. Там. Вот и прошла неделя нашего пребывания в Мерсине. Столько событий произошло. Ну, во-первых, я привела в дом в порядок. Привела свои мысли в порядок и благодарю Вселенную за то, что у меня есть такой дом. Как раз тут и праздник, день рождения моей внучки было, и праздники начались, байрам. То есть мы с мужем очень активно принимаем участие в жизни наших внуков. Они его любят, благодарны за все. Он старается в ответ на эту благодарность. И гуляет с ними, и дома играется. В общем, мой муж самый лучший для меня муж. Что касается меня, ну я пока стараюсь все делать и успеваю. И дети мне помогают. 2 года назад они были маленькие, а сейчас они мне активно очень помогают. Дети такие воспитанные, дети такие благодарные. С одного слова, Дымушка. Дыми вообще замечательный ребенок. Все слышит, и всем моим подружкам они очень понравились. Вот мы вчера были на пикнике весь день, и в бассейне они накупались, такие счастливые. Что нужно для счастья, да? В Батуми, в принципе, тоже они счастливы по-своему, но в Батуми, вы знаете, вот когда отпуск, есть отпуск. Вот я поехала в отпуск, но я не почувствовала отпуск. Я сейчас оборачиваюсь назад и думаю, что это было. Это было какой-то, знаете, большая работа над собой, вокруг меня. И какая-то проверка меня на прочность, да? Потому что там у меня не было отдыха абсолютно. И я попала в какой-то, когда крутится, и конца края нет, из-за одной проблемы другой и тому подобное. Я благодарна Богу и Вселенной за то, что я поехала в эту дорогу, так неожиданно все, на месяц раньше, чем планировала. Но, как говорится, сегодня лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня, да? Действительно, так и есть. Я посмотрела, где дети мои учатся, принимала участие в их жизни. У меня было время уделить внимание маме моей, когда детей не было дома. Хорошо, что дочь уехала еще с 2 детьми, потому что это было бы трэш, если бы 5 внуков было сразу. Свою любовь нужно сначала отдавать вот таким детям, как Мари, Дэми, Ирма. Ведь они так ценят, они вспоминают те события, которые произошли несколько лет назад. Абсолютно все помнят. И я уверена, что у них будет хорошие воспоминания в отношении меня и Индера. И они будут знать, что у них есть такие дедушка с бабушкой, которые подарят им счастье. Дети у меня вообще не хнычат, не капризничают, не плачут.
там у них был какой-то дурдом. С утра то Мали не могла понять и разобраться, что ей одеть, то друг с другом. А здесь как-то все по-другому. Я так благодарна Богу и Вселенной, что могу подарить детям это счастье. И знаете, когда ты сеешь кармические семена, тебе Вселенная дает в ответ это. Вот делайте все хорошее, и вам еще будет лучше. Будут какие-то материальные блага поступать со всех сторон. Помощь будет. Это работает, мои дорогие. Это работает 100%. У меня такие цели сейчас. Многие цели мои исполнились. Это путешествие в Батуми, это голливудская улыбка. И очередная цель, о которой я вам не скажу, то есть я скажу, когда она исполнится. Вот тогда я ее зафиксирую. Мечтайте и намеренно ставьте цели. Если будете только мечтать, а не намеревать. Намеревать – это, знаете, как прожить, визуализировать. Я вам раньше много рассказывала. Визуализируйте, все исполняется. Я вот мечтала о том моменте, когда мои дети вот будут играть в этом парке и в других парках, и все. И оно произошло. Я мечтала о Батумском парке. Помните, я говорила, я думала, когда я буду там сидеть. И вам я тоже присылала там видео оттуда. То есть все оно исполняется. Мечтайте только о хорошем и не думайте о плохой. Мы создаем сами свою реальность, запомните, друзья мои. А мы пошли домой, потому что у меня сейчас бизнес-встреча. И кто не верит в мой бизнес, не верьте. Я не собираюсь переубеждать. Каждый думает по-своему и у каждого свое мнение. Те люди, которые начинают думать, как я, они в моей команде. И они прибавляются с каждым днем. Вот тому подтверждение. Так что пишите. Действительно, осталось очень мало времени. 6 месяцев осталось до того, чтобы как-то изменить вашу жизнь. Подумайте об этом и над этим. Потом вы будете все мне благодарить. У нас не такой бизнес, как у других. У нас особенный. Эхо-система с таким опытом работы, с такой историей развития бизнеса и с таким перспективным будущим. Пишите мне, я вам скину вебинары, и вы убедитесь сами в этом. У нас все есть документально подтверждено, все легально и надежно. Всем добрый вечер. Готовлю ужин. У нас здесь война идет между детьми. Что-то и море с утра так возбудило. Весь день они не могут прийти в себя. И я с ними как-то стараюсь найти общий язык, но детей надо воспитывать, да. Читали, писали. И вот на ужин я им решила приготовить котлетки, такие, как мама моя готовит. А мужу я приготовила, он мне сказал рецепт, нижний слой картофель, а верхний слой начинка на лохмаджун. Здесь гречка у меня варится, сейчас надо пенку снять. И вот так вот мы живем. Ткемали, который я сделала, идет на ура. Смотрите на моих деток. Как они кушают. Кушай, у тебя есть ткемали. Нет, у меня ткемали. А потом ты мне добавишь еще добавку, когда я покушаю. Ты сначала покушай, потом я добавлю. Компотик. Эндеру сделала суп такой летний, да? Салат сейчас готовится его. Готовится его это блюдо. Мы посмотрим. Вот так, смотри. Ой, температура высокая. Сразу все закрылось. Вот. Скоро будет и муж. Мы будем ужинать. Устала? Да. Мы в парке, в нашем любимом парке. Лускаем грузинские семечки. Здесь турцы такие семечки, попугаи кушают. Бабуля, чуджук это что? Ребенок. Чуджук? Да. Я тоже хочу воду. Только есть, что ли? Да, только мне. Мам,
Байрам, много людей. Я тоже воду хочу. Водохлёбы мои. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.